Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся в сторону порта, а именно на Стрелку, и посмотрим, какие восстановительные работы проводятся там. Эта дорога ведет на Пятачок, чуть дальше будут Черемушки. Здесь везде ведутся дорожно-восстановительные работы. Повернув налево, дорога нас выведет на поселок Моряков. А дорога направо приведет нас на Стрелку. И нам с вами сюда, друзья. Здрасте, здрасте. Проходили мимо нашего дома и не сняли. Добрый день. Здрасте. А какой дом? Поселки Моряков. Да? Ну, а если бы вы меня написали, я бы снял. А тут что снимаете? Попросили снять Стрелку. По левую сторону за остановкой. Ну, вот эти техностали. Садись, подвезем. А мне надо пройтись, надо поснимать, показать побольше. Вот так вот потом мне будут говорить, почему прошли мимо моего дома и не сняли. Я бы с удовольствием, но надо поработать, походить, показать побольше. Спасибо вам. Там вот с сентября месяца начнутся стройки глобальные. Ну как все, не все. Там же были дома пятиэтажки, девятиэтажки, а там будут строиться от 16 и выше этажей. То есть часть, конечно, будет в ипотеку, а остальные возвращаться людям. Да никто не нагнетает, это власть такая, которая не может донести. Согласен с этим. Местные потерянные, а тем, наверное, не до этого. Да, да. Хорошо. Да. Не буду вас задерживать, да. Всего доброго. Вот так вот, друзья, встречаем подписчиков. Приятные встречи. Напоминаю, друзья, иду по улице Гагарина. Частный сектор здесь, конечно, печально выглядит. Но есть и уцелевшие дома. Да, дороги здесь везде уже сделали, тротуары сделали. И дороги стелят в несколько слоев на сетку. Это я сам лично видел. Автобус «Пятерка». По-моему, этот автобус идет на поселок Моряков, в ту сторону. Да, на поселок Моряков едет пятерка и тройка. Гагарина 63. Гагарина 68. Гагарина 57. Если пойти в эту сторону, то мы придем с вами, друзья, к ДК Моряков. И этот дворец видно отсюда. Крыши нет на нем. С Дворцом культуры моряков у меня хорошие, теплые ассоциации, хорошие воспоминания. Здесь был танцевальный народно-эстрадный коллектив «Азовские чайки». Мой подростковый возраст был связан с этим коллективом. Шикарные воспоминания. Хорошие ребята, хорошие преподаватели. И со многими из них мы все еще на связи. Валерия Горбачева, Ирина. Если вы меня слышите, вам привет огромный от меня. Я знаю, что вы живы и здоровы.
Недавно я проезжал по этой улице, спускался вниз на городской пляж вечером. И здесь везде велись стройки. По правую и левую сторону очень много было строителей, строительной техники. Номера домов буду писать при монтаже, друзья. Проехали подписчики, посигналили мне. Здесь находится дворец спорта «Портовик». Его еще не восстанавливают, но все еще впереди. Пройдемся через двор. Вход в подъезд привели в порядок. Скорее всего, что и сам подъезд. Да, друзья. Здесь уже провели ремонтные работы, это видно. Но мы знаем, друзья, что в России развивают спорт. Поэтому дворец спорта «Портовик» будет процветать. Им обязательно займутся и приведут в порядок. Да, видно, что подъезды отремонтировали в этом доме. Более 20 лет назад я ходил по этим улицам. Интересные такие воспоминания и ассоциации. Я снова вышел на улицу Гагарина. Дом номер 5. Номер 3. Дома восстанавливают. Везде поменяли окна. Делают одинаковые балконы. Мы уже на Стрелке. В порту работала моя мама более 30 лет. С правой стороны дома снесли. Там сейчас везде заборы. Скоро будут строить новые высотки. Пройдемся еще в эту сторону, друзья. Памятник герою Советского Союза. Контр-адмирал Лунин Николай Александрович. Вот такие здесь местные водятся. Алконавты. Дорога в эту сторону ведет на городской пляж. Дома здесь приводят в порядок. Делают фасад. Поменяли окна. Отремонтировали крышу. Это православный храм
Его еще не восстанавливают. Но другие по городу уже приводят в порядок. Все в порядке очереди. Очень скоро здесь вырастут новые и красивые высотки. Дороги, конечно, здесь делают сейчас шикарные. По городу везде сейчас монтируют такие вот столбы с очень хорошим, мощным светодиодным освещением. Здесь пока только основание. Такие столбы были раньше. Это был видеообзор улиц и объектов, которые находятся рядом с Мариупольским портом на Стрелке. Всем мира и добра! Пока!